Федор Емельяненко, Тимоти Джонсон, прогноз Александра Емельяненко на бой ММА в Москве 23 октября 2021 года. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Беллатор 269 Федор Емельяненко, Тимоти Джонсон. Ставка – победа Федора Емельяненко за 1,78. Однозначно я буду болеть за брата, за Федора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Думаю, что Федор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон – ударник, поэтому борьбы здесь будет мало. Федор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет как ураган, сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами, цитирует Александра Емельяненко в Сипроспорт.